Зато команда, зато люди! Поехали! Миниатюра девочка АС. А у нас на АЭС есть девчонка одна, у нее две руки и одна голова. Виновата не АЭС, виновата родня. Счастливая семья! Мам, пап, а я сегодня окно в школе разбил. А меня сегодня с работы уволили. Дорогой Эсель, твою машину разбила. Семья Ивановых, а вас сегодня из квартиры селят! Хорошо, что мы не Ивановы. Если бы не говорили люди зачем, я все равно буду есть пудинг. Когда уснешь на моем предплечье, я все пойму, тебе плеча мало. Девочки, если у вас страшный парень, то ничего страшного, только парень. Мальчики! Мальчики, это вы что сейчас было-то, а? Ха, а что, и помечтать даже нельзя? Лагерное одеяло. Миллион согретых тел. Случай во дворе. Не ворочай, представляете себе, пошла вода. Какая, короче, дай ему! Я, короче, домой. Сережа, домой! Я, короче, Кали, чего? Мам, Ульяна я. Меня Ульяна зовут. Ульяна, я сейчас курить начну. Мам! Поставив пластиковые окна, вы лишаете своих детей детства. А моя сестра пошла учиться в МГУ, она будет журналистом. А моя сестра пошла учиться в НТВ, она будет программистом. А моя сестра пошла в баню. И чё, зато чистая будет. Стоят девчонки, стоят в сторонке, никто не идет танцевать. Потому что девчонки с Кавказа, и у каждой девчонки есть брат. И мы модели. Я тачика. Я самолетика. Меня еще никто не клеил. Без труда на один урок меньше. В продажу поступили новые жидкие гвозди. Они такие же, как настоящие. Также тупо, криво и коряво. Только они еще и брызгаются. В магазин детских игрушек поступила уникальная кукла Барби Сергей Зверев.
Уникальность этой куклы состоит в том, что в нее могут играть не только девочки, но и мальчики! Сергей Зверев в армии! Равняйся! Смирно! Спешки справа! Случай на дискотеке. Танцуешь? Танцую, пою, кожу люблю. Ты чё плетёшь-то, а? Плетёшь её грязь. Города за дом, так же как дом 2. Новенькие приезжают, строят любовь со старенькими. А уезжая, они кричат: «Мы счастливы! Когда лето, мы в команду собрались, чтобы весело всем нам время проводить. Мы пытались много шуток сочинять, чтобы вам и сейчас все показать. 10 клёвых друзей здесь на сцене стоят, юбилей КВН рассмешить вас хотят. Много шуток сейчас показали мы здесь, и за то, что смотрели, спасибо, кто есть». Ваши аплодисменты!